неожиданно и прямо на Пасху. Вот такой подарок. Задержалась в этом году весна в Варне. Обычно в апреле уже загораем, а тут только на пасхальные выходные тепло пришло. Ну и, конечно, сразу все на пляж. А пляжи в Варне песчаные, широкие такие, просторные. И главное, что совершенно доступные. Гуляй и загорай, где хочешь. Никаких ограничений. Сегодня я на центральном городском пляже. Здесь на солнышке. Гораздо теплее, чем в городе. Можно уже и солнечные ванны принимать. Дети, как всегда, заняты великим строительством и копанием. Ну а взрослые выбирают для себя, что им удобнее, что приятнее. Кому на песке позагорать, кому за столиком в кафе посидеть, принимая солнечные лучи на себя. Некоторые уже и в воду заходят, окунаются, спешат. Вода сейчас где-то градусов 15 в Варне. Так что, в принципе, конечно, можно и ножки помочить, и по песочку прибрежному пройтись. Ну, а кто-то может отважиться уже и проплыть. Провела я на пляже 3 часа. Солнце сейчас ласковое, не обидит, сгореть невозможно. Именно поэтому я и загораю вот в апреле, в мае. Загар получается очень красивый такой и полезный. Ну а летом я уже только утром и вечером принимаю солнечные ванны. Там солнце очень активное. Ну что, дело к вечеру уже идет. Ветерок становится прохладным. Так что одеваемся и потихоньку выходим с пляжа. Вот по такой дорожке деревянной, прямо в морской парк. Там еще погуляю. Ну а потом интересное мероприятие намечается. Сегодня у нас пасхальный концерт. Ты загораешь.